Ритуал на получение сладостей. Первый вариант, когда доели сладкое, то бумажную упаковку сжечь. Второй вариант, на обертке от шоколадки, конфеты, торта, если они из бумаги, пишем. Высшая сила, хочу дорогих конфет и так далее. Перечислить все, что желаете, прошу и заклинаю. Бумагу сжечь текстом снаружи. Если приложить перо, то пойдет быстрее и больше. Будут деньги на покупку. Я этим ритуалом все время пользуюсь, очень хорошо работает. Вот я положу в конверт пергаментный, сожгу. Им нравится пергамент, это как бы не обязательно, но я сделаю. Приложу перо и сожгу.